Меня зовут Миев Александр. Вчера мы ездили в музей отечественной военной истории в Падиково. Нам разрешили побывать внутри танка Т-34. Также мы выполнили норматив по высадке экипажа, если горит машина. Сегодня с утра у нас прошла вторая тренировка по верховой езде. На этой тренировке мы исправляли свои ошибки, а также получали новый опыт. Огромную благодарность хочется выразить тренерам, которые работали с нами, и Максима Стейбл.